Тема 669. Мини-горн из газовой горелки. Как мальчик превратил мечту о собственном мече в домашний бизнес по продаже кузнечных мини-горнов. У американского мальчика-дровера была мечта сделать свой собственный меч. Но он рос в бедной семье. У них не было кузницы. Поэтому в детстве его мечте не суждено было сбыться. Мальчик вырос, но мечта его осталась. И он придумал сделать собственную кузницу, не где-то в своем городе, а прямо на заднем дворе своего дома. Самый главный элемент любой кузницы – это горн. Это раскаленная печь, где любой металл становится красным и приобретает гибкость. Но кто сказал, что горн обязательно должен быть большим и громоздким? Слава богу, его можно сделать маленьким. Из специального кирпича и газовой горелки. И наш герой сделал для себя подобный мини-горн. Теперь он смог сам делать для себя ножи, топоры, крючки, открывалки и маленькие мечи. А что делать другим мальчикам, которые тоже мечтают о своих маленьких мечах, но у которых нет возможности посещать настоящую кузницу? Им можно помочь, продав свой мини-горн, или даже целый набор начинающего кузнеца. Дровер открыл магазин на Etsy, etsy.com/shop/sarit, и начал продавать всем желающим свои мини-горны и наборы кузнеца. Мини-горн шириной в один кирпич он продает за $96. Мини-горн с газовой горелкой у него стоит $126. Есть у мастера в ассортименте и более широкий мини-горн, в двух кирпича. Такой горн он продает за $145. Для тех, у кого вообще никаких инструментов нет, мастер продает наборы кузнеца, в которые входит горн, наковальня и еще несколько инструментов. Они стоят $274 с узким мини-горном и $368 с широким мини-горном. Продается в магазине кузнечного мастера и мастер-класс по изготовлению ножей. Всего в магазине мастера кузнечного дела более 1300 продаж. Не знаю, можете ли вы отправлять подобные мини-горны за рубеж, если решите заняться подобным делом, с пропановыми горелками точно нельзя. Но в России спрос на мини-горны тоже есть. Вы можете их делать, в интернете есть много видео, как сделать подобный горн своими руками, и предлагать тем, кто хочет делать ножи, топоры, крючки и открывалки и продавать их на Etsy. Представляю вам одно из таких видео https://www.youtube.com, где очень четко и аккуратно показан весь процесс изготовления газового мини-горна, правда, не из кирпича, а из обычной консервной банки.